Иностранные заказчики возвращаются в Украину. Сегодня впервые за несколько лет в Херсонской верфи начали строительство судна. Заказчик – голландская компания. О надеждах одной из самых депрессивных отраслей украинской промышленности в следующем материале. Закладка вот этой таблички – своеобразный ритуал для корабелов. С этого момента начинается строительство судна. Для херсонского судностроительного это значимое событие. Ведь долгое время предприятие занималось преимущественно ремонтом и практически ничего нового не создавало. Совсем недавно компании Smart Maritime Group, в состав которой входят херсонские и николаевские судностроительные предприятия, заключила контракт с голландской компанией Века. Цена вопроса – свыше 145 миллионов гривен. Тот контракт, который мы заключили, это большая победа для украинского судостроения, потому что после 2013 года у нас на наших двух заводах абсолютно все иностранные заказчики покинули, к сожалению, Украину. И за последние 5 лет это первый заказ иностранный заказчик компании «Века», которая к нам вернулась. Конечно, у нас надежда на то, что за этим заказчиком потянутся остальные. Согласно контракту, украинская и голландская компании построят 2 танкера для перевозки опасных химических веществ. Это не первый их проект. «Века» и Smart Maritime Group сотрудничают 10 лет. Корпус для танкера «Невада» создадут на Херсонской верфи, а «Небраска» в Николаеве. На херсонском судностроительном говорят, привлечь иностранных инвесторов смогли благодаря профессионализму своих специалистов. Еще одним фактором стало выгодное расположение завода. В прошлом у нас были хорошие взаимоотношения. Собственно, это основная причина, почему мы продолжаем работать с этим заводом. Возрождать украинское судостроение, в частности, и промышленность в целом – одна из главных задач власти. В этом уверен народный депутат Вадим Новинский. Сегодня он принял участие в закладке танкера. После пообщался с рабочими предприятия. Он уверен, государство обязано поддерживать отечественных производителей. Когда-то украинское судостроение было одной из лучших в мире. Чтобы навернуть эти позиции, нам необходимо принять такое законодательство по поддержке отечественного судостроения, которое бы соответствовало лучшим мировым стандартам. Вот надо взять образцы Южной Кореи, Японии, Китая. Там везде есть поддержка судостроения. Это базовые отрасли в этих странах. Появление такого крупного заказа выгодно для Херсона, уверены местные власти. Это поможет трудоустроить людей и прекратить отток высококвалифицированных кадров за границу. Закончить корпус танкера химовоза в Херсоне планируют менее чем за год. Марина Михайловская, Сергей Ермаков. Подробности телеканал Интер. Херсон.